вновь единит самый народный, самый желанный день торжества великого подвига на километров. Этот день стал для Кубани открытым. Примите искренние поздравления от первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район Алексея Геннадьевича Евсеева. Страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда объединила людей. Погибших воинов и чествуем тех, кто и сегодня и труженики тыла. Пусть ваши сердца всегда согревает негасимый свет победы. Желаю вам доброго здоровья на многие годы, благополучия и бодрости духа. Спасибо, уважаемый Алексей Геннадьевич. Слово предоставляется главе Всебайского городского поселения Анне Николаевне Комаровой. Страшная война, тяжелая война, но Россия – это великое государство. Сквозь жестокое пламя сражений шли к этому свету победы, приумножая воинскую славу Отечества. Долгими, суровыми были для нашего народа 4 года войны. Труден был путь к победе. 2 февраля 1943 года победоносно закончилось крупнейшее сражение Великой Отечественной войны. 9 октября 1943 года завершилась Новороссийско-Таманская операция, знаменовавшая завершение битвы. И швед Владимир Максимович. Должна быть в эти праздничные дни душевный покой, радость, оптимизм согреет души наших ветеранов, приходя в каждую семью, снит вам только радость. Пусть над вами всегда светит яркое солнце, пусть поют и веселятся ваши дети, внуки и правнуки, не зная ужасов, точно наши уважаемые ветераны. Спасибо, уважаемый Борис Васильевич. С приветственным словом к вам обращается председатель Совета депутатов Всебайского городского поселения Семен Алексеевич Прокопенко. Ветераны, уважаемые гости нашего поселка, земляки, псебайцы, хотел бы поздравить вас с этим... временно исполняющего должность начальника отделения пограничной заставы Перевалки Кириллу Юрьевичу Нестерову. Также хочу сказать, что в настоящий момент сегодня мы отмечаем великий праздник, воистину великий день победы, великое. Могучий народ переломил хребет фашистскому зверю, и была одержана победа, победа великой ценой. Этот день очень радостный и одновременно скорбный. Скорбный потому, что мы потеряли своих отцов, прав.
В день всех святых переокончено, в день Пасхи. Вечная память от создателей наших, Алексея Воина, на поле брани приезда. Вечная память, вечный покой. Слава воинам, победителям, слава народу, победителям. Замечательно, поразительно, гениально. Гениально.